склонах гор гнездится Карабах. Он весь в моих раздумьях и мечтах. Воспетый поэтами и художниками Карабах, с его богатой природой, минеральными источниками, чистым целебным воздухом гор, романтикой исторического прошлого и памятниками зодчества, привлекает множество туристов. Her güller kefaldır, göy güller sefaldır, her yanı gülşen Azerbaycan. El kızlar düzüm düzüm kür kuranda, Mingül açır gencemizin her budağında. Dost eller Karabağ'ın dağlarıdır, genç öller bu torpağın hoş bahağıdır. Bu derer bu andızı, mildiz ışı bandızı, gel gel değişen Azerbaycan. Один из красивейших уголков Азербайджана – город Шуша. В переводе «Шуша» означает «стекло». Воздух здесь так чист и прозрачен, что, кажется, все вокруг обволакивает тончайший стеклянный купол нежно-голубого цвета. Знакомство с городом обычно начинается с памятников старины. Богатству памятников архитектуры Шуша смело может быть отнесена к городам-заповедникам, говорил писатель Юсиф Визир Чеменземенли. Шушу называют еще и колыбелью музыки и поэзии. Многие знаменитые певцы и музыканты Азербайджана – уроженцы Шуши. Здесь жил и творил великий поэт Багир. Земля Шуши взрастила основоположника азербайджанской национальной оперы Узира Гаджибекова. Выдающийся представитель азербайджанского вокального искусства Бюльбюль. Единственный в Союзе комбинат по изготовлению восточных музыкальных инструментов. Созданные руками шушинских мастеров тар, кеманча, саз славятся своим тончайшим звучанием. Музыканты многих стран мира предпочитают инструменты, изготовленные в Шуше. Город расположен на высоте 1800 метров над уровнем моря.
Карабахские горы преграждают путь холодным ветрам. Здесь летом и зимой много солнечных дней. По своим целебным свойствам город уступает знаменитым итальянским и швейцарским курортам. Дом прогрессивной поэтессы XIX века на Таван. Много лирических стихов посвятила она сыну, которого тяжелая болезнь раньше времени вырвала из жизни. Сейчас здесь расположился детский санаторий, где ребята быстро поправляются и возвращаются домой здоровыми и бодрыми. Истинное богатство Шуши доступно каждому. Это богатство – свежий, чистый воздух ее умеренно прохладного климата, ее источники. Поэтому в пансионаты города-курорта приезжают семьями и не жалеют. Шуша угощает их не только своим целебным воздухом, но и встречает самым радушным гостеприимством. Окрестности Шуши расцвечены лугами цветов. Щедра их палитра, но самым привлекательным мазком на ней выделяется влюбленный соловей. Уникальный цветок, напоминающий поющего соловья. Нигде в мире нет такого второго цветка. Вероятно, потому, что рожден он не землей, а легендой о влюбленных. В километрах от города, в густом прохладном лесу, течет горный родник Иса-Булах. Это излюбленное место туристов и местных жителей. Прозрачная холодная вода его освежает, снимает усталость. Родники Шуши творят чудо. Знаменитый источник Туэшсу, вода которого исцеляет от множества болезней. Каждый год вокруг родника вырастает палаточный городок. Здесь много родников. Дамирсу, Шерлансу и множество других безымянных источников. Их воды рекомендуются при кишечно-желудочных, ревматических заболеваниях. Источники Шуши исцеляют, то горные реки придают бодрость и дарят здоровье.
Самая высокая точка Шуши – Джедыр-Дюзю. Не поленитесь подняться на эту изумительную вершину. Вы увидите древнюю Шуши вечно молодой. В бурлящих потоках воды, в ярком зеленом наряде, в гордых непреклонных отвесах оврагов, в лесистых склонах гор. Долгожителей. На вопрос, в чем секрет их долголетия, они отвечают: полюбуйтесь нашей природой, подышите нашим воздухом, попейте воды из наших родников. Приезжайте почаще в Шушу.